Всем привет, 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 привет. А я сегодня вышла в центр погулять. Вот спускаюсь к реке. Вот здесь у нас вот такая красота. Люблю здесь бывать. Вот так здесь. Вот такой водопадик. Здесь их три, по той стороне от моста тоже их несколько есть. У нас сегодня очень тепло, 19 градусов, ветра почти нет. А если есть, то очень-очень легкий юго-восточный ветер. Вон кошечка сидит. Это такие скульптурные композиции у нас кошечки. Хорошо здесь, так умиротворенно, прямо очень хорошо. Это я в новых бусах, в новом сатуаре, вернее, и с браслетом, и серьга, все мое при мне. Вот такой у меня сложился сатуар, очень мне он нравится, я потом вам о нем расскажу. Вот. Одета я как обычно, как вчера. Вот. В общем, показываю вам все вместе. Вот. Браслет, сатуар и серьги. В общем, вот. Я на фоне реки. Вон у нас тут молодежь гуляет. Костюмах. Ну, в общем, вот так. Хорошо, последние денечки такие теплые, хорошие. У нас, по-моему, 11 числа уже в субботу будет дождь. Еще не холодно, но уже дождь. Уже не хочется. Совсем не хочется. Ну, куда от этого деться? Я поднимаюсь по лестнице, поэтому так иду. В общем, вот такая у меня сегодня небольшая прогулочка с демонстрацией немножко нашего прекрасного города Мальме. Вот так смотрится на мне сатуар. Я очень довольна, очень рада. В общем, вот такой серьги. Вот так я здесь прогуливаюсь. Ну все, всем огромное спасибо за то, что были со мной. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь, пожалуйста. Ну все. Всем всего самого-самого наилучшего и пока.